деревня Салманово недалеко от Жаворонок – место старинное, живописное. Есть лес и небольшой пруд. Депутат Одинцовского совета Вячеслав Киреев со своей командой уже много лет занимается благоустройством прилегающих к водоему территории. Признается, для него это больше, чем работа. Это долг перед жителями. Все началось с установки мемориала «Живые камни памяти и скорби», посвященной землякам, которые не вернулись с фронта. Мы осуществляем, как всегда, свои планы. Да, здесь Салманово, в свое время когда-то мы построили вот этот мемориальный комплекс и установили пруд в деревне Салманово для того, чтобы и жителям было радостно, а с другой стороны, чтобы вот место, которое рядом с памятником, оно было красивое, облагороженное, чтобы людям здесь и приходить памятнику, с одной стороны, и покланяться своим, вот тем, кто погиб, а с другой стороны, что здесь можно было хорошо и отдыхать. Вот у нас все это получилось. Даже во время карантина удавалось продолжать работы по благоустройству, а 27 мая в Салмановский пруд для поддержания экосистемы выпустили более 500 мальков белого амура, толстолобика и карпа. Сейчас зона отдыха у водоема уже полностью готова. Люди с огромным удовольствием располагаются на траве и кормят уточек, которые стали местным символом спокойствия. Для пернатых построили домики от непогоды и плот, где они могут отдыхать. Никто не ожидал сначала, что будет настолько хорошо. Были и негативные, то есть кто-то считал, что зря там какие-то деревья убирают, там еще что-то. Вот. Здесь же были поваленные деревья, в воде лежали. Но после того, как все случилось, вот все уже было сделано, я ни одного еще негативного отзыва не слышал, только слова благодарности. И, наконец, завершающий штрих. Волонтеры установили необычные лавочки, кстати, сделанные из валежника, который мешал прогулкам жителей в лесу. Салмановский пруд становится местом притяжения не только жителей деревни, но и всего округа. Главное – сохранить результат кропотливой работы целой команды. Екатерина Тулупова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».